Улица второй пятилетки. Между двумя частными домами жители провели трубу для водотока ливневой канализации. Провели незаконно. Разрешений в комитете жилищно-коммунального комплекса и строительства не получили. Да еще и тротуар разрушили. Асфальтное покрытие скрыто и после проведения работ не восстановлено, что является нарушением правил благоустройства. Хозяин дома приглашен на штаб благоустройства в администрацию города для дачи объяснений. Хозяев дома не оказалось. Приглашение на штаб по благоустройству в администрацию города оставили в двери. Фотографии с нарушениями отправят в отдел участковых. Горе-строителям водоотводных труб грозит штраф. И, скорее всего, им же и придется восстанавливать тротуар. Ведь по этой дорожке ходят незрячие люди. В 100 метрах отсюда находится предприятие, где трудятся люди с ограниченными возможностями здоровья. Татьяна Баловнева, Анжелика Боровинок. Новости Димитровграда.